Здравствуйте! Представляем электрический нагреватель воздуха Redwerk RD-EHR-2C. Это самая компактная модель в линейке, оптимальная для обогрева жилых помещений площадью около 20 квадратных метров. Керамический ТЭН обеспечивает хорошую теплоотдачу. Максимальная мощность нагрева 2 кВт, можно установить половинную мощность. Для управления работой ТЭНа предусмотрен термостат. Термовыключатель отключает устройство при перегреве. Мощный вентилятор создает интенсивный поток воздуха до 120 кубометров в час. Прибор не сжигает кислород и не распространяет посторонних запахов. Корпус из листовой стали покрыт огнеупорной краской с обеих сторон. Для переноски предусмотрена удобная рукоятка.